Кто обманет Пена и Теллера? Встречайте, мистер Мэджик Джонатан Росс. Большое спасибо. 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 Всем привет, вы смотрите шоу «Кто обманет Пена и Теллера». Здесь талантливые фокусники стараются обмануть двух магов, которые держат нас в напряжении 35 лет. Сегодня главное для участников заставить нас подумать, как, блин, это делается. Как и после того, когда Питер Крауч женился на Эбби Клэнси. Абракадабра и Альказам были двумя ближневосточными величайшими магами, но им это было не под силу. Но... у нас в запасе много номеров. Теперь я хочу подчеркнуть, в этом шоу не используются никакие технические средства, никакого монтажа, все чисто, все по-белому. Белеем родной цвет волос Филиппа Скофилда. Чтобы победить, участники должны обмануть двух опытнейших магов из Вегаса с фокусами. Звучит как низкобюджетный фильм о Бонде, да? Приветствуйте, Сьюзен и Колин. Пен и Теллер. Мистер Теллер, мистер Пен, приветствую. Привет. Я подумал, насколько я угадал с именами. Очень близко, ты угадал одно из них. Отлично, мы отлично проводим время. Знаю, это не вопрос для шоу-бизнеса. Вам правда нравятся увиденные номера? Но вы, по-моему, удивлены качеством изобретательности тех, кого мы видели. Мы знали, что в Британии хорошие фокусники, но не знали, что настолько хорошие, замечательные. И с нетерпением ждете, чтобы вас обманули, да? Да, но хотим показать, кое-кого из них мы сможем раскусить. Полагаю, сегодня мы увидим всего понемногу. Присаживайтесь, джентльмены. Пошли. Пен и Теллер, леди и джентльмены. Как всегда, я обещал зрителям и вам хорошие номера, и вы их увидите. Пора начинать шоу и знакомиться с первым потенциальным обманщиком. Газо. Шоу-тайм. Меня зовут Газо. Я уличный артист. Я просил вас перестать преследовать меня. Зачем вы так? Мне нравится показывать фокусы на улице. Тем, кому не по карману бы увидеть меня, будь я известен. Вот в чем причина. Каждый раз вижу этого мужика с разными женщинами. Я бы описал свой стиль магии как очень противоречивый, прямой. Я бойкий, люблю уличную атмосферу. Да, теперь хватит. Я знаю, он на палочке, все. Мне очень нравится то, что я делаю, но это дар. Я не могу его объяснить. Я говорю жене, ты притворялась вчера? А она, нет, я правда спала. Знаете, я всюду побывал. Я поехал из Англии в Европу, потом в Америку, в Канаду, в Камбоджу, в Таиланд. И магия позволила мне все это. Взбодритесь, сэр, вы же хотели детей? Я говорю в своих шоу, что Том Круз на самом деле не самурай и не секретный агент. А Энтони Хопкинс не ест людей. Я не злой человек, просто таков мой персонаж, когда я выступаю. Бог ты мой, он что, пьяный? Ну, если кто-то на меня обиделся, то извиняюсь. Спасибо. Это ваша жена или вы в командировке? Леди и джентльмены, плохой парень из Бетта. Это Газо. Нам не нужен Вегас, когда у нас есть такое, да? Приветствую, мистер Пен и мистер Теллер. Я собираюсь показать свою версию старейшего в мире фокуса. Вот он, классические стаканчики и мячики. Мяч номер один. Исчез. Мяч номер два. Тоже исчез, извините. Да, не удалось отвлечь. Я думал, если обернусь, и вы обернетесь. Но вы раскусили меня, и... будет тяжело теперь, когда смотрит. Я манипулировал тремя мячиками, и два из них исчезли. На третий я дуну, и он исчезнет прямо на глазах. Уверен, вы задумались, где же мячики. Ваше имя, сэр? Даррен. Встаньте, пожалуйста. Засуньте руки в карманы джинсов, правый карман. Вытащите мячики, они там?
Нет. Конечно, их там нет. Торм, сядь. Смотрите танец маленьких мячей. Первый мячик сюда, или это третий. Второй сюда, первый сюда. Мячики в стаканах, да, Даррен? Вы же Даррен, я не ослышался. Они одинаковые, особенно этот. Этот симпатичный, какой хотите, Даррен? Этот. Который, Даррен? Допустим, А, Б, В. Выбирайте А, Даррен. А. Спасибо. Он думает, я повлиял на его выбор, показав А. Нет, я не влиял на ваш выбор, да? Нет. Вы могли выбрать любой стаканчик, и я достану оттуда мячик. Так, видели? Не пьяный. Взял его оттуда, видели? Спасибо. Два на дне, один наверху. Это моя любимая позиция. Так должно быть. Для начала слишком много мячиков, и я сейчас уничтожу несколько, чтобы за игрой стало полегче следить. У нас один мячик здесь и один здесь. Даррен, встаньте, пожалуйста. Не стесняйтесь своей рубашки. Даррен, сколько мячиков я использую? Три. Три, да. А сколько мячиков под средним стаканом? Один. Один. Если я уберу его... Сколько мячиков останется в игре? Два. Правильно. Но если я уберу этот из игры, сколько мячиков останется в игре? Один. И где он? В середине. В середине. Вот так. Сделаем вот так. Но как же так, Даррен? Этот так быстро вернулся? Знаете, Даррен, все, что я делаю, лишь ловкость рук. Я не беру мяч и не кладу его сюда. Просто манипулирую им так, что вы думаете, что он исчезает, но я оставляю его в руке. Здесь нет мячика. Но когда я поднимаю стаканчик, что происходит? Я кидаю мячик из стакана, создавая иллюзию, что он выкатывается из стакана. Тормоза вы все. Так, спать. Даррен, теперь вы видели, как мячик исчез в стакане три раза, да? Этот вернулся, то есть сколько мячиков осталось? Один. Если не можете или не уверены, предположите, Даррен. Один. Два. Три. Три мячика в игре одновременно. Даррен, готовы? И в то же время сколько их, Даррен? Ни одного. Уверены? Апельсин. Я продвину этот фокус чуть дальше. Готовы, Даррен? Наверное. Даррен, это шляпа, так? Обычная шляпа, которой я накрываю мячик. И мячик исчезнет. Сколько мячиков под шляпой, Даррен? Один. Так, готовы? Смотрите, как исчезает. Исчез. Сколько мячиков под шляпой, Даррен? Один. Нет, он исчез, помните? Я сказал. Вон там. Я сам виноват, что вас выбрал. Сколько мячиков, Даррен? Ни одного. Ни одного? Но вы же не верите в это? Не особо. Тогда я верну его. Готовы, Даррен? Да. Сколько мячиков? Один. Да? А сейчас сколько? Ни одного. Что? Сколько? Ни одного. Три. Понимаете, вы думали, я вытащил мячики, но я же говорил, что вы смотрите старейший трюк в мире, помните? Газо, леди и джентльмены, газо! Идите сюда. Здорово. Мы видели тех, кто исполнял такие фокусы. Это называется стаканчики и мячики. Да. Стаканчики и мячики. И большинство из нас видели его. Мы видели, как это делают на вечеринках, на детских утренниках и так далее, на тусовках свингеров. Но это лучший из виденных мной вариантов. Согласны, леди и джентльмены? Это было круто. Спасибо. Прекрасно. Пен и Теллер, не хотите начать говорить, или вас нужно подталкивать?
Хотим поблагодарить вас от всего сердца, что позволили присутствовать на вашем шоу. Это было отлично. Большое спасибо. Спасибо. Буквально старейший трюк в магии. Идеально исполненный. Просто невероятно. Очень важно помнить, в любом искусстве дело в певце, а не в песне. И вы лучший из виденных нами певцов. Большое спасибо. Величайший. Спасибо. Лучшее, что мы видели. По формальным правилам этого шоу вы нас не обманули, потому что мы знаем этот фокус. Но вы сделали его лучше нас. Чего нам еще желать? Благодарю. Леди и джентльмены, он не обманул их. Он не поедет в Вегас. Но, Газо, вы поразили нас. Газо, леди и джентльмены. Отличный номер, отличный. Спасибо вам. Кто обманет Пена и Теллера? Встречаем следующего участника. Колин Маклеод. Меня зовут Кун Маклеод. Я менталист из Шотландии. Знаете, несколько газет назвали меня Шерлоком Холмсом от телепатии. Я к тому, что интерес к Шерлоку Холмсу тянется с детства, от чтения книг и восхищения этим человеком, который мог осмотреть кого-то и по его внешности узнать практически все. Здорово. Я действительно изучал криминалистику в университете Глазго, но занимаюсь в основном составлением психологических портретов преступников. Сейчас я использую настоящую психологию и применяю ее в области развлечений. Я верю, что это может сблизить их, создав нечто абсолютно уникальное и особенное. Номер, который я исполню сегодня, надеюсь, поможет залу максимально представить себе, что такое чтение мыслей. Я хочу кое-что объяснить. Он заявляет, что может читать мысли зрителей, и глядя на вас... Извините за грубость, но, надеюсь, он принес с собой журнал, потому что на это не надо много времени. Встречайте, мистер Колин Маклеод! Добрый вечер. Спасибо большое. Прежде чем начать, хочу сказать, что есть три техники, которые я использую, чтобы исполнять сегодняшний номер. Во-первых, я не отсюда, я из местечка в Шотландии под названием Хартхилл. Там очень скучно, только коровы. Спасибо. Это даже не мои родственники. Но многие коровы сильно гадят, поэтому, когда я по-быстрому свалил оттуда, я отправился в академию, где начал изучать сценический гипноз. Потом поступил в университет Глазго, где изучал криминалистику. Так что три сферы, используемые мною, это психология, предположение и разводка. И сейчас вы как раз увидите их комбинацию. Кстати, сегодня вы должны знать кое-что очень важное. Во-первых, мы выберем кого-то случайным образом, кинув шляпу через секунду. Но, во-вторых, этот конверт очень важен для того, что будет происходить. Знаете, кстати, Пен, вместо того, чтобы я выбирал кого-то шляпой, сделаем честнее, не могли вы интуитивно выбрать кого-то, с кем будет удобно работать? Давайте посмотрим. Как насчет джентльмена вон там, в белой футболке и бейсболке? Как вас зовут? Кенни. Кенни, вы готовы мне помочь? Конечно. Тогда, Кенни, пожалуйста, похлопайте Кенни. Кенни, я не выставлю вас дураком. Ладно. Подойдите и встаньте на эту точку, Кенни. Кенни, можно лицо чуть-чуть вперед? Кенни, честно, у вас хорошее воображение? Да, очень хорошее. Долго думали, но это ничего. Представим, что вы видите то, что позади вас. Там будут шкафы. Я хочу, чтобы вы представили, что вы входите в книжный магазин. По обеим сторонам наставлены книги. А теперь честно, вы бы выбрали книгу с этой стороны или там? Откуда бы вы взяли книгу? Отсюда. Вы выбрали книгу, смотрите на нее. Теперь вы должны представить это. Посмотрите, как называется книга. Придумайте. Ну, мемуары Пена и Теллера. А говорили, хорошее воображение. Давайте представим, что вы проглядели книгу и остановились на одной странице. Взгляните и скажите нам, на какой странице вы остановились. Смотрите сюда. На ваш вкус. 18. Хотите изменить ответ или нравится 18? Нравится 18. Посмотрите туда прямо сейчас и подумайте о каком-то слове, которое вы видите. Вы можете придумать или нет, но у себя в голове выберите одно слово и скажите, когда оно появится. Не говорите, скажите, вы придумали слово? Да.
Вы закрыли книгу, поставили на полку, и она исчезла. И Кенни. Я не буду читать ваши мысли. Они будут. Можете ли вы сосчитать буквы в этом слове? Это длинное слово? Там больше 6 букв? Нет. Тогда, пожалуйста, скажите всем сейчас, сколько букв в этом слове. 6. 6. Я не хочу, чтобы вы видели кусочек бумаги, который у меня есть. Можете отвернуться от меня? Да. Чтобы вы не видели. Я покажу слово, которое, как надеюсь, сейчас в голове у Кенни. Кенни, не открывайте глаза, это будет интересно. Дом. Итак, Кенни, обернитесь, пожалуйста. Кенни, только честно скажите своим самым приятным, самым чистым голосом, какое слово вы думаете? Кирпич. Еще раз. Кирпич. Вы хоть на секунду думали о слове «дом», а потом передумали? Нет. Нет. А было бы здорово, да? Итак, слово, которое вы думали, повторите, Кенни. Кирпич. Леди и джентльмены. Кирпич. Кенни, большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Удачи. Вот еще что, извините, еще одно. Я сказал Пену выбрать кого-то самому, потому что не хотел бросать шляпу. Я считаю, что это очень больно, особенно когда ты думаешь о кирпиче. Спасибо большое. Это было нечто, просто замечательно. Отличный номер. Уверен, вы хотите, чтобы мы думали, что вы ошиблись и сделали ошибку. Я не буду спрашивать, как вы это делаете. Давайте уточним кое-что и убедимся, что это всем понятно. Вы не знали Кенни и не знакомы с ним? Никогда не встречались. Но спасибо Кенни за помощь. Он был самостоятельно выбран Пеном. Вы не могли на это влиять? Не хочу спрашивать, как вы это сделали, знаю, не расскажете. Тем более у вас есть шанс. Уверенно себя чувствуете? Чувствуете поездку в Вегас? Знаете, дело не в том, чтобы их обмануть. Если я развлек их и развлек остальных, это и было моей целью. Ну что ж, вам это удалось. Было здорово. Они готовы нам что-то сказать. Итак, вы готовы? Это было здорово. И знаете, мы немного изучали ментализм. Я так скажу, мы раскусили вас сразу. Мы были готовы ко многому, что вы не показали. Вы показали нам пару интересных ходов. Опять же, повторюсь, не люблю разрушать чужие фокусы. Я спрошу парня из зала, когда вы представляли эту большую библиотеку с книгами и представляли, как открываете дверь, смотрите на слово, это слово возникло у вас в голове, и вы четко увидели его. Эта пантомима была настолько хороша, вам не показалось, что он подталкивает ваше воображение к решению? Да. Очень хорош, да? Было здорово. И я бы хотел на этом остановиться. Вы отлично показали книгу пантомимой. То есть вы убеждены, что Пен и Теллер знают, о чем говорят? Я думаю, что надо уточнить. Я ни в одном из моментов его не подталкивал. Ни разу? Нет, 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 конечно. Я бы хотел напомнить, что я вообще не понимаю, о чем вы. Но я бы хотел казаться таким умным, как наш Колин. Заставить его представить это слово. Я думаю, в этом весь фокус. Пен, Теллер, что-то там... Да-да-да-да-да-да. Теллер сделал секретный знак. Конечно. Либо они масоны, либо он знает, что вы сделали. Колин, замечательно. Нам очень понравилось. Отлично. Вы обманули нас, но не обманули профессионалов. Нам понравился этот фокус, но он нас не обманул. Так что просто большое спасибо. Вам спасибо. Колин Маклеуд, леди и джентльмены. Двигаемся дальше, и пора знакомиться со следующим участником. Килон Лейзер и Шарлотт Мэри. Меня зовут Килон. Я Шарлотт. И у нас номер с быстрым переодеванием. Я увлекся фокусами в 4 года, и с тех пор делаю их не переставая. Я танцую с 4 лет, и Килон начал танцевать, будучи взрослым. Мы встретились, танцевали вместе, а потом начали работать над этим номером. Мы выступали с ним буквально по всему миру. За последние несколько лет мы выступили в 45 стран. Нас поражает, когда мы видим, как по-разному люди реагируют в разных странах. К тому же мы хозяева крупнейшего онлайн-магазина магических принадлежностей. То есть магия окружает нас 365 дней в году, 7 дней в неделю. Довольно тяжело иметь две постоянные работы, но недавно у нас появился помощник.
Мы с Киланом в очень хороших отношениях. Мы не только партнеры по бизнесу, мы также являемся парой, то есть работа стала удовольствием. Если обманем Пена и Тейлера, мы женимся в Вегасе. Кто знает, возможно, если в Рио будут места. Вырежьте это. Киллан Лейзер. Я уверен, я слышал это имя раньше. Это либо городок, Милан Кейнс, или это был персонаж Кевина Спейси в «Обычных подозреваемых». Но в любом случае встречаем замечательных Киллана Лейзера и Шарлотт Мэри.
Здорово, правда? Киллан Лейзер и Шарлотт Мэри, леди и джентльмены. Замечательно. Вот, держите, чтобы вы могли говорить, отойдем в сторону со сцены. Это было замечательно. Вы наверняка слышали это раньше, но вы бы были мечтой каждого мужчины, потому что если бы моя жена переодевалась с такой скоростью, когда мы куда-то идем, я бы вернул себе лет 10 жизни. И что мне особенно понравилось, было приятно увидеть, что робот вернулся на телевидение. Потому что я не могу делать это движение сам. Но ты понял, о чем я, чувак. А то, чувак. Пен, Теллер, подъем, потом отличный номер, думаю, вы согласитесь. Отличный номер. Быстрое переодевание существует уже давно, и они всегда прекрасны. Мы с Теллером видели там зонтик полный блесток, и он сказал: «О, Господи, они делают этот финал». Быстрые переодевания, в общем, не предназначены, чтобы обескуражить, их задача поразить, и это... У вас получилось. Прекрасно. И единственное, что вам нужно помнить, и, думаю, все это заметили, что вы стали намного стройнее к концу выступления. Вы вышли очень привлекательной, и потом становились все привлекательнее по ходу номера. И это поразило, хотя и не обмануло нас. Это приговор вам? Для меня этого достаточно, чтобы склониться перед двумя великими людьми. Большое вам спасибо. Киллан и Шарлотт, леди и джентльмены. Отличное выступление. Спасибо большое. Кто обманет Пена и Теллера? Встречаем наших следующих участников. Бринольф и Льюинг. Я Джонас. Я Питер. Мы из Стокгольма, Швеция. Мне нравится шляпа. Мы очень известны в Швеции. Купи такую, Питер. Кому? Если бы я описывал Питера, он, скажем, не самый острый нож в ящике. Для Джонаса самое подходящее слово «психопат». Фокус, который мы исполним, чтобы обмануть Пена и Теллера, самый сложный в мире карточный фокус. Во всяком случае, мы его так называем. Все, закончили? Отлично, я думал, не дождусь уже. Это кажется анаграммой, но они действительно лучшие в Швеции дуэт фокусников. Встречаем Бринольф и Льюинг. Привет, я Джонас, а это Питер. Время самого трудного в мире карточного фокуса. Некоторые из вас, возможно, задумываются, почему этот фокус — самый сложный карточный фокус в мире. И простой, хотя и отличный ответ — это липкая лента. Заклеив Питеру голову, и также блокировав большинство его чувств, мы делаем почти невозможным для него найти карту, которую вы, мистер Теллер, сейчас выберете. Леди и джентльмены, начинаем развлекаться. Я принес колоду карты. Хочу, чтобы вы выбрали одну, желательно красную карту, потому что вам нужно на ней писать. Еще я принес ручку. Распишитесь, пожалуйста, на лицевой стороне карты. Знаете, в Швеции можно купить целую ферму за этот автограф. Положить назад. Теперь, благодаря автографу, эта карта уникальна. В мире есть только одна карта, которая выглядит именно так. Еще мне нужен номер от 5 до 15. 11. 11. Отличный номер, спасибо. Так, Питер, сегодня номер 11. Ты готов, Питер? Поехали. Теперь, несмотря на ленту на голове Питера, он благодаря своей нереальной ловкости рук найдет вашу карту, помешает немного колоды и поместит ее 11-й сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Леди и джентльмены, самый трудный карточный фокус в мире.
Нет, ну просто это самый тяжелый карточный фокус в мире, и так сразу он не получается. Нужно как бы нагнетать напряжение. И вот как мы делаем это. Еще один номер между 5 и 15. 6. Отличный номер. Питер, ты немного промахнулся. Значит, 6 наш новый номер. Давай, Питер. 1, 2, 3, 4, 5. К счастью, 6. Но что-то мне это не нравится. Самый сложный карточный фокус в мире. Мы продолжаем нагнетать и нагнетать. Знаете, в Швеции, если у вас что-то не получается, это абсолютно нормально. А нам нужен новый номер. Чтобы не скучать, давайте импровизировать. Этим мы занимаемся постоянно. Строительный пистолет. Значит, план такой. Я брошу карты в воздух, Питер выстрелит и попадет в карту, и она упадет в центр сцены. Леди и джентльмены, самый сложный карточный фокус в мире. Готовы? Готовы? Поехали! А вот сейчас самое интересное. Не спускайте глаз с Питера. Пара ножниц. Первое, что мы сделаем. Первое, что мы сделали, это заклеили ему голову. После этого вы выбрали карту, которую подписали. То есть в мире есть только одна такая карта. Я думаю. И, по-моему, у Питера что-то есть во рту. Что-то сложенное в несколько раз. И если это ваша карта, то это... очень хороший фокус. Да или нет? Это карта Теллера? Да, похоже, она. Вы в порядке? Да, спасибо. Ужасный человек. Извините. Бринерф и Льюинг, это было отлично, нам понравилось. Это был супер номер, отлично. Я не представлял, что вы сделаете в конце. Находка во рту, это невероятно. Больно, когда лента на лице? У вас по-прежнему отметины на глазах, и я подумал... А вы попробуйте, у нас еще есть. Я воздержусь. Видите? Здесь клок волос. Да, вот так, видите? Слишком долго с этим номером выступать не получится. К сожалению. Может показать? Вот, отсюда, сверху. Давайте обратимся к нашим рефери. Бен, Теллер, отличный номер, очень интересный. Уверен, вам тоже понравилось. Отличный, отличный номер. Думаю, если бы мы были моложе, симпатичнее и жили в Швеции, это были бы мы. А номера Пена и Теллера когда-нибудь показывали в Швеции? Вы видели наши трюки? Да, мы выросли на них. Тогда, может быть, я смогу вам объяснить, чтобы вы поняли. Фальшивая попытка — это то, что мы также использовали несколько раз в шоу Дэвида Леттермана. И финал, то, что вы сделали в конце, мы также как-то делали это со сложной картой и другими вещами, чего вы не видели. Но я сказал важное слово, то есть подмена. Подмена — это ключевое слово. И думаю, что вам... этого должно быть достаточно, потому что мне так понравился этот номер, что я не хочу его никому раскрывать, потому что вы можете делать это вечно. То есть вы вполне уверен, себя чувствуете в смысле того, как прошел номер, и вас не расстроило только сказанное? Не-а. Очень счастливы. Вы подменили карту? Нет. Точно нет. Ну что ж, тогда это значит, джентльмены... Давайте подождем секунду. Насладимся этим моментом и спросим мистера Пена, который был так счастлив и доволен собой всего 30 секунд назад. Видели это? Они сидели в своих креслах и такие: «Мы делали это там, мы делали это здесь, мы делали это тогда, вы это видели». Но они не видели. Согласны? Нет. Послушаем, что скажет вам Пен. Я теперь еще счастливее, чем раньше, потому что нам эти ребята нравятся, и мы ждем их в Вегасе. Они обманули нас. Бринерф и Льюинг.
Леди и джентльмены, два молодых человека отправляются в Лас-Вегас. Мне все очень понравилось, потому что я знал, к чему все идет. Я думал, он скажет подмена. А никакой подмены нет. Кто обманет Пена и Теллера? Сегодня мы видели один номер, и ребятам удалось обмануть Пена и Теллера. Но ведь все номера были сегодня отличными. Да, леди и джентльмены? Было замечательно, прекрасно, и все они победители. Итак, уходя на перерыв, я говорил, что вы не поверите, каким будет следующий фокус, и добавить мне нечего. Встречайте Пен и Теллер. Вы увидели много прекрасных фокусников с отличными номерами. Видели их в иллюзионах. Но мы делаем эксклюзивные, Богом данные чудеса. Теллер получил от Бога благословенную возможность соединять полиэтилен со знанием. Итак, сейчас вы все увидите чудо дамаскское. Вы увидите купину неопалимую. Нам нужен человек, который станет нашим учеником здесь на сцене. Кто-то, не наполненный догмами. Кто-то, кто не принадлежит пока к церкви. Нам нужен ребенок. Есть в зале обычный ребенок? Лет 9, 10, 11, что-то такое. Но не заставляйте ребенка поднимать руку. Мы не церковь. Как насчет вот тебя в очках? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 9. 9. 9-летнего мы сможем обдурить, да? Давай, поднимайся сюда. Быстрее. Сейчас мы обманем тебя этим фокусом. Тебе 9. У нас обычный полиэтилен, какой наверняка видел. Как тебя зовут? Иди сюда. Брэндон. Итак, Брэндон. У меня здесь ножницы, и я говорю тебе, я разорву полиэтилен надвое. Теперь это два куска полиэтилена одинакового размера, Брэндон. Возьми один кэс, пожалуйста, держи его крепко, и ни за что не выпускай. Иди в другую сторону от Теллера, примерно на такое же расстояние, как я, чтобы Теллер был точно посередине. Отлично, Брэндон. Теперь, Брэндон, видишь, что полиэтилен разрезан? Да. Ты видел, что он разрезан. Теперь Теллер соединит полиэтилен, используя обычный человеческий метод узла. Вот так всегда поступают объективисты-материалисты вроде меня. Но я хочу, чтобы ты смотрел, Брэндон, потому что Теллер пойдет дальше. Теллер отрежет концы узла. Итак, Брэндон, изменения почти незаметны. Здесь по-прежнему есть узел, но ты смотри, как исцеляющие прикосновения Теллера удаляют этот узел. Кое-кто сказал бы «Аминь!» Сказал бы «Аллилуйя!» Теллер, я буду свидетельствовать. Брэндон, поскольку ты у нас на сцене, дышишь в затылок новому мессии, тебе это показалось чудом или фокусом? Чудом или фокусом? Фокусом. Фокусом. Зачем мы взяли ребенка из государственной школы? Ничего, Брэндон. Ты держишь один конец полиэтилена, у меня другой конец. Смотри за руками Теллера. Смотри на его руки. Следи за ним. Смотри на него, смотри, не отвлекайся. И попробуй объяснить это, маленький гадкий скептик. Мы сейчас дурачимся. Но то, что вы видите, это прозрение нашего нового друга Брэндона. И он решил посвятить свою молодую жизнь проповеди Евангелия от Теллера. Но, Брэндон, путешествуя по миру и неся эту благую весть современным людям, ты столкнешься со скептиками, у которых окаменевшие сердца, такими, как был ты, и тебе придется им это демонстрировать. Так что Теллер вдохнет в тебя силу полиэтилена. Ты знаешь, что это значит? Нет. Это значит, что ты повелеваешь всеми синтетическими материалами. Брэндон, подойди к центру. Схватись покрепче. Схватись крепко. А сейчас, Брэндон, ты нашел центр полиэтилена. Бери ножницы. Брэндон, бери ножницы и беги отсюда с ножницами. Убегай отсюда с ними быстрее. Нет, это просто шутка. Просто проверял твою веру, Брэндон. Перережь полиэтилен, Брэндон. Теперь ты нашел место в центре, ты перерезал полиэтилен. Теллер завязывает узел, и тебе предоставлена высочайшая честь, которую может иметь мирянин в церкви Теллера. Ты обрежешь священные кусочки узла. Отрезай их, Брэндон.
Нет-нет, вот здесь, ближе, смотри. Это его отпечатки. Ты сейчас мне на кусок хлеба помогаешь зарабатывать. Итак, Брэндон, здесь по-прежнему есть узел, но сложи руки в классической молитвенной позе. Ты даже не знаешь, как это, да? Нет? Вот так, давай, держи. Вокруг узла, прямо вокруг узла. Зажми его руками. Хочу спросить тебя, ты веришь в Теллера? Да. Веришь в Теллера? Да. Да. Тогда позволь ему действовать через тебя. Позволь действовать через тебя. Кое-кто скажет «Аминь». Кое-кто скажет «Аллилуйя». Тихо. Вы искушаете Брэндона грехом гордыни. Смотри прямо вперед, Брэндон. Прижми руки к бокам. Смотри прямо вперед, Брэндон. Мы испытаем тебя. Чувствуешь, как этот синтетический, основанный на нефти материал обвивается вокруг твоей молодой, еще не сформировавшейся шеи? Ты чувствуешь это, Брэндон? Да. Потому что мы испытываем тебя. И если вера твоя в Теллера велика, ты пойдешь по миру, проповедуя Евангелие от Теллера, станешь представителем синтетической материи. Но если хоть на момент твоя вера поколеблется, Бог накажет тебя. Ты веришь в Теллера? Да. Веришь в Теллера? Веришь в Теллера? Да. Тогда иди, Брэндон, и не греши больше. Возьми это с собой. Это святой Брэндон. Святой всех синтетических материалов. Святой Брэндон. Леди и джентльмены, Пен и Теллер и Брэндон. Джонатан Росс. Отличный финал, молодцы. Я верю в Теллера, я верю в Пена, я верю в Брэндона. Отличная работа. Кстати, если когда-нибудь переснимут Джерри Магуайра, у тебя есть роль. Леди и джентльмены, волшебники Пен и Теллер. Увидимся в следующий раз и снова попытаемся обмануть их в программе «Кто обманет Пена и Теллера?». Всем пока!